Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй, давайте по-хорошему. О, Господи! Посторонним вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь.
наш сотрудник ответит на все ваши вопросы. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Ну давай.
Центральный узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Связь отключена системой Аполло. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Говорит Верлен Сторенса. Что произошло? Мои люди добрались до вас. Отвечайте. Мы получили повреждения от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Говорит Уэйтс, начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Дальняя связь не работает. Вы должны передать наш сигнал бедствия. Как слышите? Повторяю, дальняя связь не работает. Нам необходима помощь. Передайте, кому следует. Это Диана Верлен, капитан Торренса. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они должны забрать у вас бортовой самописец корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием!
Thank you.
Севастополь. Говорит Нина Тейлор, представитель компании Вейланд Ютани. Подтверждаю прием вашего сообщения. Я буду в команде, которая прилетит к вам за грузом. Довожу до вашего сведения, что самописец Настрома является для нас объектом особой важности. По требованиям корпоративных соглашений вы не должны пытаться получить доступ к находящейся на нем информации, а также сообщать о нем третьим лицам. Далее следует личное сообщение для мистера Уэйтса. Живы, это Рипли. Рипли, Тейлор, это Рипли. Мы уже думали, что... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни, какая-то тварь. Инопланетный организм, он смертельно опасен, так что вам надо... Немедленно! Тейлор ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем... уйти. Нужны медикаменты, ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан, я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там.
неавторизованное соединение. Ожидайте сотрудника компании Сикс. К вам подойдут в ближайшее время. Черт! Thank you.
Thank you.
Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите. Центру связи Sixsen Telecom.
службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру андроидов. Рипли. Там Рипли. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло. Держитесь, Тейлор. Рипли приведет помощь. Мало времени.